помогло Роналду избежать срока за решеткой и почему жительница Калифорнии поменяла свою фамилию на название вокзала. Об этих и других новостях смотрите в нашем дайджесте. В США мусульманин судится с рестораном из-за нехаляльной пиццы. Мухаммад Бази требует компенсации в 100 миллионов долларов. Вкус свинины, запрещенной исламом, узнала жена Бази. Мужчина во второй раз купил пиццу, но снова обнаружил в ней свинину. В пиццерии оправдывается, что он сам попросил наклеить маркировку «Халяльный продукт» на коробку. Роналду откупился от тюрьмы. Нападающий мадридского Реала заплатил 6 миллионов евро в качестве компенсации за уклонение от налогов. Испанская налоговая служба уличила футболиста в неуплате 16 миллионов евро. Роналду согласился погасить задолженность, поэтому дело против него так и не возбудили. 45-летняя жительница Калифорнии вышла замуж за железнодорожную станцию и даже поменяла фамилию. Теперь ее зовут Кэрол Сантафе. Говорит, что она объектосексуал, человек, которого влечет к неодушевленным объектам. Каждый день женщина проводит по 45 минут на остановке, разговаривает и даже целует любимое место на платформе. НАСА планирует запустить космический зонд на рекордно близкое расстояние от Солнца, около 6 миллионов километров. Это в 7 раз ближе, чем удавалось ранее другим аппаратам. Зонд Solar Pro Plus будет наблюдать за внешней атмосферой светила для изучения его физических свойств и структуры. Запуск состоится следующим летом.